Всем привет, здравствуйте. Меня зовут, как всегда, Геннадий Горин. Я сейчас нахожусь возле Красного моста, город Орел. Короче говоря, я снимаю уток и утят. Сейчас идет месяц май, конец уже месяца май, почти там. 6 дней осталось до лета. Но утки, еще утята находятся. Вот они, вот они, вот они, утята, я вижу уток. Я вам все покажу. Утята. Так. Вот они, это утки. А где же это утята? Утята спрятались. Тю-т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 ю. Вот он, один утеночек. Привет. Вот они плывут. Утята, утки. Эх. Вот они утята маленькие. О, один утенок прыгает и еще достает травку. Да. Вот он, мост у нас подвесной. Это Красный мост. Красный мост это у нас, вот он. Такая травка у нас, это камыш, да, это что это? Камыш растет, да, это у нас камыш вроде растет, а может это не камыш, а что-то еще. Так, утята, где они? Вот они, да? Я это вижу, это... Вот так, вот они утята, они. Я вижу утят. Уток, вот они. И вот они утки. Утята прятались травку. Вот они, вот он, один утенок я вижу. Вот он. Ох. Шустрые они. А вот они еще. Утята, я все вижу. Так, вот они. Утята. Вот они, утята. Вот. Утята плывут. Вот такие вот там утята небольшие, еще две-то утки я снял на реке Ока. Это у нас река Ока, город Орел. И, конечно, я Геннадий Горин, река Ока, город Орел, Геннадий Горин, утки, еще утята. Ой. Сейчас еще я, вот он, я вижу утята, они плавают. Ветер дует, вот они. А, сверху я вижу, это очень хорошо утят. Так. Вот они, утята. Это утки. Утята-водки.
Вот, они утята, их плавают. Да. Утята, где вы? Они мотленные, везде плавают. Всем пока, спасибо, что вы посмотрели мое видео, я вам показал уток и еще утята. Сзади находится Красный мост. Всем пока, удачи!